Добрый день. Сегодня 3 июня, среда. Приветствую всех зрителей Инопром онлайн. Мы готовим наши сессии «Промышленная среда» при поддержке Свердловской области, родины Инопром. Напоминаю, вы можете смотреть наши сессии на сайте inoprom.com, а также на ресурсах наших информационных партнеров, генерального партнера ТАСС и наших партнеров РБК и УРА.РУ. Сегодня у нас очень важная, на мой взгляд, тема. Мы говорим о глобальных производственных цепочках и роли России в них. Рассуждать о глобализации было всегда модно. При этом нашу страну сложно было бы назвать в числе главных бенефициаров этой самой глобализации, хотя отдельные отрасли и компании смогли получить очевидные выгоды и преимущества. В целом, любители поспорить о пользе вступления в ВТО в нашей политической и экономической элите не переводились. Разумеется, пандемия внесла коррективы в эту дискуссию, напрямую повлияла на них. Уходят инвестиции со многих рынков, мировая торговля упадет на минимум 10, максимум 35% по оценке все той же ВТО. Кроме того, эта пандемия многократно усилила позиции сторонников деглобализации. Если раньше это были аргументы маргиналов, то сегодня очень многие представители элиты говорят об этом. Те, кто утверждали, что глобализация вредна и опасна, сегодня получили в руки дополнительные козыри. Мне кажется, к ним стали чаще прислушиваться. Поскольку в отличие от глобального потепления или смены времен года, глобализация, она не сама по себе возникает. Это следствие осознанных конкретных решений, конкретных людей, которые уже в свою очередь влияют на институты, правительства, на компании. И сегодня у нас именно такие люди. Те, кто непосредственно влияют на торгово-экономические отношения между странами. Я с большим удовольствием представляю спикеров Инопром онлайн и открыл для себя, что я лично знаком практически со всеми. Мы не по этому признаку их приглашали, но это еще один признак того, что Инопром тоже является частью большого глобального мира. Сегодня наши спикеры. Алексей Груздев, заместитель министра промышленности и торговли России. Никита Гусаков, старший вице-президент Российского экспортного центра. Матиас Шеп, председатель правления Российско-германской внешнеторговой палаты. Алекс Радзянко, президент Американской торговой палаты в России. Тецуя Умэцу, руководитель представительства JETRO в России. Павел Шинский, генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты. Сергей Кравченко, президент Boeing Россия и СНГ, Михаил Макаров, торговый представитель России во Франции, Дмитрий Прохоренко, руководитель представительства РЭЦ в Ташкенте, Наталья Галудина, советник заместителя председателя правления Сбербанка России. И мы обратились с просьбой к Михаилу Эдуардовичу Акиму, заместителю председателя Ассоциации европейского бизнеса, выступить со-модератором этой сессии. Михаил Эдуардович, а на ваш взгляд, какие должны быть приоритеты нашей сегодняшней дискуссии со спикерами? Спасибо, Антон. Спасибо за приглашение принять участие. Каждый год на протяжении многих лет принимаю участие в Инопроме. Очень люблю эту площадку и считаю, что сегодняшнее обсуждение крайне важно. Почему это крайне важно? И какие рамки для сегодняшней сессии, какие вопросы хотелось бы предложить для обсуждения? Во-первых, цепочки производственные, глобальные цепочки создавались при прежнем технологическом и геополитическом укладе. В условиях во многом идеализированных отношений прежнего уклада, о котором я говорил, зачастую без учета тех опасностей, которые связаны в частности с интеллектуальной собственностью. Вопрос, который хотелось бы обсудить, а нужны ли настолько разветвленные глобальные производственные цепочки? И в какую сторону, как они должны развиваться? Насколько тенденция изменения их краткосрочная или долгосрочная? Краткосрочная тенденция – это влияние коронавируса и тем самым то, что мы увидели в логистике,
этих производственных цепочек долгосрочная, это геополитическое противостояние, свидетельством которого мы сейчас являемся. Очевидно, что экономика производственных цепочек глобальных достигается за счет масштабирования, переноса производства в наиболее дешевые регионы, в регионы с наиболее дешевой рабочей силой. При этом, с точки зрения затрат, необходимо учитывать все условия, также складские запасы и стоимость логистики. В связи с созданием глобальных производственных цепочек, в частности, была развита система поставок так называемых just-in-time. Но вот на протяжении последних двух-трех месяцев, мы увидели, что just-in-time может не работать, когда происходит такой глобальный кризис. Таким образом, вопрос глобальных цепочек и логистической безопасности поставок – это очень важный вопрос, который тоже хотелось бы сегодня обсудить. И кроме этого, хотелось бы обсудить именно вопросы безопасности, потому что, опять-таки, если цепочки создавались с учетом добрососедских отношений, то, что мы сейчас видим, то недоверие, которое возникает между странами и системами, в частности по поставкам программного продукта или продукта, в котором зашит программный продукт, когда закладки ищут и пытаются всячески обезопасить себя от этой опасности. В результате мы все знаем про ситуацию, которая сейчас происходит между Соединенными Штатами и Китаем, в адрес компании Huawei, в адрес других компаний. Мы знаем по ограничению по софту, с которым сталкиваются иностранные поставщики на российский рынок, все эти ограничения, и во многом именно обусловленные вопросами безопасности. И еще один вопрос, на котором хотелось бы сегодня сосредоточиться, это вопросы развития российского экспорта, целевых сегментов российского экспорта, в частности, в условиях нынешних ограничений, потому что явно, что развитие высокотехнологичного экспорта связано с поставками импортных комплектующих. Полностью локализоваться невозможно. Кроме этого, хотелось бы в отношении экспорта обсудить возможности продаж на традиционные российские рынки экспортные. И, наверное, последний тезис, который я хотел предложить сегодня для обсуждения, это ограничения, связанные с углеродным следом. В свете зеленой директивы Евросоюза определенные новые ограничения накладываются на ту продукцию, которую предполагается поставлять в страны Евросоюза. Вот, наверное, это вот вкратце, что мне хотелось бы сейчас сказать. Спасибо, Антон. Спасибо, Михаил Дарьевич. Я хотел бы напомнить всем спикерам внимательно следить за регламентом. Мы очень гордимся им в нашей промышленной среде. Было бы здорово, если бы ваши ответы остались бы в рамках 3-5 минут. Я буду поднимать руку, сигналить вам, что, возможно, пора остановиться. И прошу вас, если у вас есть контраргументы или добавление к кому-то из спикеров, прошу вас тоже поднимать руку. Для меня это будет сигнал, что нужно дать вам слово. У нас помимо вас в дискуссии, в обсуждении участвуют, в общем-то, все зрители. И я попрошу коллег вывести на экран наш опрос. Те, у кого не отключена функция выплывающих окон, сейчас увидели на экране наш опрос. А что нужно делать в России в новых условиях? Нужно максимально глобализоваться или максимально изолироваться. Понимаю, что это две крайности, и истина где-то посередине, но просим наших зрителей, слушателей выбрать один из вариантов, проголосовать за него, и мы через какое-то время с вами увидим эти результаты. А мой первый вопрос ко всем участникам. Я бы хотел спросить всех вас, а сторонниками каких взглядов являетесь вы? Продолжит ли глобализация свое триумфальное шествие по миру, притормозив ненадолго из-за ковида, или же большинство стран предпочтет так или иначе закрыть свои экономики? Сможет ли Россия, наша страна, воспользоваться новой реальностью? Ведь пока, как я уже говорил, мы не могли похвастаться, что мы очень глубоко интегрированы в глобальный производственный мир. Я первым хотел бы попросить высказаться на эту тему Алексея Владимировича Груздева.
Алексей Владимирович, вам слово. Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые участники конференции, зрители. Знаете, наверное, этот спор, существовавший давно, он останется так спором извечным, потому что вы сами сказали, это две крайности, но, по сути дела, процесс идет все равно вперед, он вынужденный. Не прибивается ни к одной из двух крайностей. Мое личное убеждение, что, конечно, закрытость в любом виде, она несет в себе больше рисков, чем выгод, или эти выгоды, они скорее сиюминутные, краткосрочные. Но, тем не менее, вы правы, что последние годы тенденция закрытости протекционизма опять выходит вперед в нарушение всех даже общепринятых правил международной торговли и тем самым в том числе отдельные процессы на площадке ВТО, по сути дела, парализуются, что также не способствует развитию конкурентных отношений. И мы то же самое видели, когда пошла волновая ситуация с распространением пандемии, да, первая, наверное, защитная реакция, это в том числе как раз и защитить свою экономику, закрыть точно совершенно с точки зрения возможности ухода важных компонентов, сырья, свой собственный. Но очень быстро происходит обратный откат, потому что наступает осознание того, что все-таки вне международной кооперации существовать эффективно невозможно. В любом случае ты будешь вне каких-то источников технологий, вне источников сырья и сбыта конечной продукции, услуг. Это очевидно. Поэтому я бы вот, возвращаясь к тому тезису, который прозвучал в начале, с точки зрения геологической безопасности поставок и возможности влияния геополитических факторов на развитие международной торговли и вообще построение, принцип построения глобальных цепочек промышленных и добавленной стоимости, высказал бы идею, что, наверное, одним из принципов, которым было бы правильно руководствоваться, это формирование многочисленных или многовекторных цепочек глобальной стоимости, да, multi-chain, если говорить вот в таком смысле, имея в виду, что на каждом этапе цепочки всегда должен быть резервный канал, который позволяет, во-первых, расширять международную кооперацию, международное разделение труда, в то же время как раз и страхуя ту или иную экономику от неблагоприятного влияния, в том числе и субъективных политических факторов. И широта географии и возможности разных рынков, нам, на мой взгляд, позволяет выстраивать такого рода цепочки. Мы это прошли на собственном опыте борьбы с распространением коронавируса, необходимость организации производства наиболее востребованной номенклатуры, в том числе и промышленного оборудования, и понимали, что в случае закрытия одного источника поставки, да, мы вынуждены были оперативно прорабатывать альтернативные, и такие каналы находились с точки зрения комплектующих. Поэтому это, наверное, один из возможных ответов. Что касается российской торговли, российского экспорта, конечно же, мы, хоть и, как вы сказали, не сильно интегрированы пока в глобальные цепочки, тем не менее, работа ведется достаточно большая. Мы не только занимаемся импортозамещением. И поэтому, конечно, на нас сказывается влияние общего падения мировой торговли. Она, несомненно, сжимается, да, и это 3% падения по прошлому году против 3% роста по предыдущему. Вы уже озвучили достаточно пессимистичные прогнозы генерального директора ВТО, разбег от 13 до 32%. Под это есть все обосновывающие данные. И понятно, что это отражается на российском экспорте, который за первый квартал тоже существенно снизился на 15%. Если убрать сырьевую составляющую этого снижения, то эта динамика более позитивная, хотя по-прежнему отрицательная, от 2 до 4%, если опять же исключать лидеров роста. Тем не менее, есть потенциал для восстановления. И мы видим это в конкретных рынках. Как раз быстрый откат с точки зрения восстановления спроса генерирует возможность для наращивания экспорта. Для этого и нужно быть очень гибким с точки зрения методов продвижения, с точки зрения условий, которые мы предлагаем для внешнего партнера. Ну и, собственно, и анализ этих рынков и тех ниш, которые формируются. Под это, собственно, и настроена вся наша система взаимодействия торгпредств. Сегодня торговый представитель одной из стран присутствует по вашему приглашению, российского экспортного центра. Ну и взаимодействие с деловым сообществом, поэтому многое зависит, собственно, от нас самих. С учетом регламента, я так понимаю, что мне нужно на этом пока завершить, но готов вернуться к дискуссии по...
Да, Алексей Леонидович, а у меня еще в досыл такой вопрос уже не как одному из руководителей Минпромторга, а как одному из уважаемых китаистов в нашей стране. Я думаю, что все присутствующие знают, зрители, для зрителей, возможно, скажу. Алексей Леонидович был торгпредом России в Китае. И у меня, знаете, какой вопрос? Вот руководители нашей страны самого высокого уровня много говорили о повороте на восток после того, как западные санкции вступили в силу. Ну, но сейчас, возможно, вы знаете тоже, доля китайского экспорта в китайском ВВП начинает постепенно снижаться, Китай тоже в какой-то степени начинает замыкаться на себя. Кроме того, попалась на глаза информация интересная. Вот аналитики из фонда Карнеги недавно отметили интересный факт. Россия границу с Китаем, когда началась эпидемия, закрыла аж 30 января, с Южной Кореей 27 февраля. А с Европой мы продолжали обмен людьми и вирусами, да, практически до конца марта. Конечно, факт, не имеющий отношения к экономике, но, на мой взгляд, весьма примечательный. Согласны ли вы с тем, что в структуре наших торгово-экономических отношений перспективы вот этого поворота на восток, они вообще пока не реализованы, да и нужны ли? И не кажется ли вам, что коллективный Запад по-прежнему остается нашим главным торговым партнером и, как говорится, нам с этим жить? Алексей Владимирович? Спасибо. Знаете, я начну, наверное, с такой старинной поговорки, которая гласит, что одна глава хорошо, а две лучше. Поэтому то, о чем вы говорите, поворот на восток, по сути дела, и такая интерпретация этой поговорки, по сути дела, отражение исторической модели, внешнеполитической, внешнеэкономической модели развития нашей страны. Говорить о том, что удался или не удался этот процесс, во-первых, я считаю, что был термин в свое время тоже и разворот на восток, но это точно не разворот, а поворот на восток именно в этой логике. Так вот, оценивать по тому, удался или нет, нельзя, потому что это долгосрочный тренд, и его как завершенный процесс рассматривать нельзя. Что удалось? Очевидно, удалось, было сделано очень много, и примеры этого многочисленные, это и стратегии активизации сотрудничества торгово-экономического инвестиционного с Индией, это концепция 9 мостов сотрудничества с Республикой Корея, это известный план из 8 пунктов экономического сотрудничества Японии с Россией, план АБЭ и введение отдельной должности представителя президента по экономическому сотрудничеству с Японией. Про китайский аспект говорить не буду, это все очевидно и наглядно, включая темпы роста товарооборота и инвестиционного сотрудничества. Если говорить уже на более широком пространстве Евразийского экономического союза, то в том числе во многом по инициативе Российской Федерации был начат процесс либерализации внешнеторгового режима, это зоны свободной торговли. Если мы посмотрим на страны, это как раз страны Востока, в широком смысле слова, это Вьетнам, Сингапур, ведутся переговоры с Индией и Египтом, заключено временное соглашение с Ираном, базовое соглашение торгово-экономическое с Китаем. Ну и завершая просто даже и на промо, мы сейчас на вашей площадке с 2015 года статус страны партнера последовательно получили Китай, Индия, Япония, Республика Корея и Турция. Пандемия внесла свои коррективы, да, и первые европейские партнеры на промо не смог этим статусом воспользоваться, но надеемся, что в 2021 году это все состоится. Так вот, я считаю, что как раз эта политика, или этот проект политики позволяет сделать наши отношения, наши внешнеэкономические отношения более сбалансированными. Это не отнюдь не означает отворот от Запада. Это именно выстраивание, даже я бы сказал, более качественным, прагматичным и конкурентным уровне отношений, в том числе и с западными партнерами. И, на мой взгляд, то, что мы видим по экономическим шагам и по сегодняшней, опять же, аудитории, европейские партнеры, западные партнеры не теряют интереса к развитию торгово-экономического инвестиционного сотрудничества с Россией. Это показывают и данные статистики, и регулярные встречи европейского делового сообщества на уровне президента, членов правительства. Поэтому, еще раз повторюсь, оба вектора, они равнозначимы, и они только позволяют усиливать нашу конкурентную позицию на мировом экономическим процессом. Спасибо, Алексей Владимирович. Те, кто смотрят нас с включенными окнами, увидели, что 75% наших зрителей проголосовали за максимальную глобализацию.
Я думаю, что этот аргумент будет как-то влиять или не будет влиять на комментарии дальнейшие наших спикеров, но это говорит о том, что говорит о том, какие люди, кто смотрит наши эфиры. Вопрос к Никите Гусакову, тот же самый. Никита, какой теории или каких прогнозов о развитии глобализации придерживаетесь вы? Удастся ли России преуспеть в новых условиях? Никита Гусаков, РЭЦ. Да, добрый день, спасибо большое. Мне очень нравится, что Иннопром в онлайн-режиме теперь, мы с ним встречаемся чаще, чем мы встречались в офлайн-режиме, поэтому от текущей ситуации тоже надо получать бенефиты. И с точки зрения глобализации, моя личная позиция и позиция РЭЦ в том, что никуда глобализация не денется. Конечно, будут какие-то коррективы, конечно, будут какие-то изменения с точки зрения формата взаимодействия, в том числе выстраивания логистических цепочек. Just-in-time действительно, возможно, обретет определенный временной буфер для того, чтобы быть готовым к таким ситуациям, но тренд не развернется. И поэтому для того, чтобы российским компаниям быть конкурентоспособными на глобальном рынке, надо встраиваться в цепочки. Поэтому для нас абсолютно однозначно наша поддержка должна быть направлена на то, чтобы российские компании не только экспортировали, и не только экспортировали готовую продукцию, но и встраивались активно в те цепочки, которые есть как на Западе, так и на Востоке. Мы концептуально привыкли к тому, что если мы встраиваемся, то мы встраиваемся в западное производство. На самом деле, конечно, мы точно так же встраиваемся и в цепочки восточные. И вот хороший пример. Мы с 2015 года, например, сотрудничаем с компанией Samsung, которая очень успешно развернула производство на территории Российской Федерации, активно занимается развитием этого производства, и фактически Россия является логистическим хабом для компании на территорию СНГ и даже частично стран ближнего зарубежья для нас. И благодаря вот нашей поддержке компания активно наращивает экспорт из России, причем в основном, естественно, это экспорт произведенных в России товаров, но это также и товары, которые здесь приезжают из Кореи, формируются заказы и едут в другие страны. С точки зрения других примеров, наверное, наиболее в глобальном масштабе интегрированная и глобализованная отрасль – это, конечно, отрасль автомобильстроения. Мне кажется, уже никто не говорит о том, что автомобили могут производиться полностью на территории одного государства. И эти компании, крупнейшие компании мировые, давно стали глобальными игроками, и они очень, в силу высокой конкуренции, очень чувствительны к себестоимости. Поэтому меры поддержки, которые есть в России, они моментально сказываются на переаллокации того или иного производства или перераспределения производства тех или иных комплектующих в глобальных цепочках. Как пример приведу, например, поставку двигателей Volkswagen Group. Благодаря логистической поддержке, которую мы оказываем совместно с Минпромторгом, Volkswagen нарастил объем производства двигателей, стал поставлять двигатели из России на другие свои площадки в Чехии и в Германии. Похожая история с Renault, поставка автомобильных кузовов на завод в Алжире. Поэтому это те примеры глобализации, которые есть и которые мы поддерживаем, и которым нужна, безусловно, поддержка, потому что страны продолжают конкурировать между собой за глобальных игроков, за глобальные рынки, соревнуются в тех мерах как финансовой, так и нефинансовой поддержки, в удобстве, которое они дают глобальным компаниям. Поэтому здесь эта конкуренция будет продолжаться, и нам здесь нужно быть максимально мобильным, максимально цифровыми с точки зрения предоставления наших услуг. Это вот тоже большая работа, которую мы совместно с Минпромторгом проводим по цифровизации наших инструментов поддержки. Тогда добьемся успеха. И еще один важный элемент. В самом начале упомянули о том, что текущая ситуация с пандемией поставила дополнительный вопрос по поводу импортных комплектующих. Это, безусловно, в рамках глобализации очень важный момент. И здесь важно, первая – логистика, вторая – опять же, эффективность расходов.
И одним из инструментов, который мы в последнее время очень активно развиваем и, собственно, предлагаем клиентам воспользоваться, это таможенная переработка. Да, переработка на таможенной территории – это как раз то, что позволяет ввозить комплектующие для последующего экспорта. И мы видим, что ФТС стал гораздо более лояльно подходить к этой процедуре, выдавать разрешения, и спрос на эту процедуру растет. И это, опять же, приводит к более высокой конкурентоспособности наших компаний. Вот, собственно, там те примеры, которые я хотел привести. Безусловно, мы за глобализацию. И спасибо. Как только пандемия пройдет, мы все будем продолжать в этом же направлении двигаться. Спасибо, Никита. Сергей Кравченко, Боинг. Сергей Владимирович, а вы глобалист или наоборот? Знаете, мне кажется, сейчас определение глобализации подвергается такой ревизии. Так много всего про это слово говорят. Я бы не хотел сейчас уходить в терминологические споры. Я хочу просто рассказать, как вот я сейчас ощущаю состояние российско-американских отношений в области авиации и космоса. И, конечно, сейчас много говорят о политических проблемах между нашими двумя странами. Но, знаете, авиация и космос – это такие области, которые просто по законам физики, мне кажется, обречены летать значительно выше политических дождей и политической непогоды. И мы это доказали. В 90-е годы, когда началась разрядка, было огромное желание у двух конкурирующих инженерных культур начать работать вместе. И вот то, что мы тогда сделали, заложив Международную космическую станцию, например, построив ее в 96-м году, состыковав российские и американские модули, Боинг является основным интегратором со стороны НАСА, Американской космической станции, уже работает практически больше, чем 20 лет. Я имел честь на прошлом Московском авиационном салоне подписать соглашение с заводом Круничева и компанией «Энергия» на продление ресурса космической станции до 2024 года. Это основа нашего сотрудничества вне зависимости от политических колебаний. И знаете, один из послов Соединенных Штатов Америки, мне кажется, Барли в России, говорил, что такого рода проекты, как космическая станция или российский «Титан» для самолетов «Боинга», или полярные маршруты через территорию Российской Федерации, через Сибирь и Дальний Восток, являются отличным демпфером во время политической штормовой погоды. И мне кажется, что космическая станция, она перелетела и через трагедию 11 сентября 2001 года, и через кризис в Югославии, и через Грузию, и через Украину. И несмотря на пандемию, международные экипажи работают на космической станции, и мы иногда забываем, что 1997 года, когда первый международный экипаж туда прибыл, не было ни одного дня, когда на орбите не работал хотя бы один американец и хотя бы один россиянин. И они вместе, наверное, с удивлением иногда смотрели на то, что происходит на Земле. И почему это происходит? Мне кажется, ответ очень простой. Россия и Америка являются сегодня лидерами в области гражданского космоса. Они нуждаются друг в друге. И даже в самые тяжелые санкционные годы Конгресс дает всегда уэйвер на то, чтобы мы продолжали запускать международные экипажи. Теперь взаимозависимость. Ну, известная история шаттла. Значит, шаттл должен был служить значительно дольше. Компания Rockwell и мы, после того, как купили Rockwell, имели к этому прямое отношение. Значит, с 2011 года шаттл не летает. Америка всегда хотела иметь свою систему доставки. На протяжении 10 лет все американские космонавты не на батуте, а на космических российских кораблях доставлялись на космическую станцию. На прошлой неделе Илон Маск запустил Дранон. Дранон – это фантастический многоразовый корабль. Боинг запустит через несколько месяцев Starliner. У Америки будет два космических многоразовых корабля, которые будут обеспечивать космическую станцию. Но мы и не думаем о том, чтобы прекратить, например, посылать американских астронавтов на российских ракетоносителях и приглашать российских астронавтов летать на американских, потому что в случае аварии на космической станции мы должны иметь возможность эвакуировать экипажи обоими системами доставки. То же самое касается легендарного двигателя РД-180.
Эти проекты продолжаются 25 лет. Американские ракетоносители запускают американские спутники с помощью российских двигателей. Это очень выгодно энергомашу. А многие горячие головы хотели во времена санкционных войн прекратить такого рода контракт. Но, тем не менее, здравый смысл возобладал. И сегодня, даже если Blue Origin Джеффа Безоса, владельца Амазона, сделает двигатель, все-таки у нас будет 25 лет сотрудничества. Глобальное сотрудничество в области инфраструктуры, полярные маршруты. Когда мы их открывали, мы знали, что это самые короткие пути из Юго-Восточной Азии в Америку. Даже после 11 сентября 2001 года эти маршруты, которые Россия, кстати, подписывала разрешение Владимир Владимирович Путин, когда он еще был председателем правительства, первый раз в 1999 году, оказались очень востребованы. Они востребованы сегодня. Когда восстановятся международные полеты, они будут являться основой интеграции России в международное сотрудничество. Без российского «Титана» не взлетает ни один самолет в год. У нас более 50% всех деталей из «Титана». Это многие сотни деталей, сделанные на наших заводах на Урале. И последнее. России нужно в ближайшие 20 лет 1300 новых самолетов. Мы желаем успеха УАКу. Сегодня более 50% всех самолетов, которые перевозят российских граждан, это самолеты производства Боинга. Мы уверены, что УАК займет огромную, может быть, самую большую нишу. Но даже при самых оптимистичных планах все равно этот пирог 1300 самолетов будет очень большим, и будут летать и самолеты Боинга, и Аэробаса. Поэтому, мне кажется, в области России, в области аэроавиации и космоса мы просто обречены на сотрудничество. И самое главное, что политика нам не помешает. И последнее, Антон, одно замечание насчет логистики. Мне кажется, лучшим подтверждением того, что глобализация выигрывает у антиглобализации, это то, что сейчас после пандемии происходит с логистикой. Упал практически до нуля пассажиропоток в гражданской авиации. Такого кризиса у нас не было никогда. Сегодня в Америке летает столько же, сколько летало в 1967 году. Но в два раза выросли грузовые потоки. Волга и Днепр сегодня на своих 43 самолетах, из них 17, Антон 124 и 76, остальные 30 с лишним Боинга, стало одним из пяти крупнейших грузовых перевозчиков. Они перевезли только из Китая за последние несколько месяцев 450 миллионов масок не только для России, но и для Европы. Они спасают сейчас Ближний Восток, перевозя аппараты из дыхания. И будущее вот такими мобильными компаниями, которые будут использовать свое российское происхождение, потому что они будут, безусловно, имеют преференции, летая через самую большую страну в мире. И мне кажется, нам надо развивать такие компании, как Волга Днепр, поддерживать, потому что международная логистика будет одним из тех преимуществ, которые будет в России. Спасибо, Сергей Владимирович, и спасибо особенно за очень конкретные и яркие примеры. Я хотел передать слово Матиасу Шепу и от всего сердца попросить уважаемых спикеров придерживаться нашего регламента. Матиас Шеп, Российско-Германская внешнеторговая палата. Дорогой Антон, дорогой Алексей Владимирович, уважаемый господин Кусаков. Ну, Алексей Владимирович знает очень хорошо китайское слово «вейджи», это «кризис». И там есть «вы», «опасность», «риск», и там есть «шанс». Мы в Германии Российской внешнеторговой палаты, естественно, видим нынешнюю ситуацию в основном как шанс. И не боимся риск. Помню хорошо бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера. Он первые полтора года на посту канцлера фактически только проснулся, когда был кризис. И там он проявлял свои самые лучшие качества. Не хочу сказать, что наша палата спит, но могу сказать, что раньше спала, но при кризисе мы точно покажем наши лучшие качества и чувствуем огромную поддержку немецкого бизнеса на то, что мы совместно делаем. В этом плане я уверен, что мы останемся надежными партнерами наших российских друзей. Очень призываю, чтобы вы нас
и в Минпромторге, и в Кремль, и в других важных министерствах, трактуйте просто, пожалуйста, одинаково, как ваш российский бизнес. Это ключевой вопрос, и в многих полях это нам хорошо удается. И даже лучше, чем, скажем, в Китае или в США, в других крупных важных державах. Мои коллеги, которые руководят нашей палатой в Китае, и в США они меня реально завидуют, потому что доступ к власти в России лучше. Российский власть слушает немецкий бизнес, иностранный бизнес лучше, чем в Китае и в США. Это наш общий капитал. Давайте мы об этом вспомним и работаем дальше, как в кризисе. Но нам в целом понравилось там постановление там 65-го от середины мая, там 10-го, по-моему, мая правительства для поддержки бизнеса. В целом понравилось, но не понравилось несколько пунктов, где мы не видим, что нас одинаково трактует. 50% иностранный капитал, и тебе сложнее только через комиссии получить господдержку. Это мой, скажем, очень четко неправильный сигнал для иностранного бизнеса. Вижу, и с этим, думаю, заканчиваю, очень-очень хороший резонанс немецкого бизнеса на Россию при корона, при кризисе короны. Там нам онлайновские форматы помогают. В этом плане вирус даже наш друг и наш партнер. Мы видим запросы на палаты на 20 раз больше, чем обычно. Ну, конечно, причины неприятные. Высококвалифицированные специалисты надо наконец вытащить из изоляции на Западе, чтобы они здесь были. Там тоже просьба в Минпромторг и других ведомствах. Не очень понятно, потому что почему спортивные тренеры могут приехать, но CEO компании Volkswagen сидит в Мюнхене. Нелогично. Вы же тоже не отправляете господина, ну, президента Путина куда-то. Он в центре действия должен быть. И так что СИО должен быть в центре действия именно во время кризиса. Это вторая наша просьба. Но в целом мы как палата чуть в плане саморекламы, мы очень целенаправленно последние 2-3 года дигитализировались. Мы работаем про agile management. Это нам помогает сейчас очень быстро двигаться и думаем, что русские наши партнеры там идеально, потому что они тоже цифровизованные, молодые, энергичные и двигаются быстро. Матья, спасибо. Я на самом деле хотел бы поговорить о примерах, о том, как себя чувствуют немецкие компании в новых условиях. Во второй части нашей программы у вас будет возможность, нам интересные тоже будут конкретные кейсы. Алекс Радзянко в России также много лет. Тоже чуть позже хотел бы вас расспросить о том, каково сейчас американским компаниям в России, там новые старые проблемы. Но сейчас мой вопрос, вы сам лично, как эксперт, который активно наблюдает и участвует в торгово-экономических отношениях, являетесь ли вы таким же оптимистом на тему развития глобализации, как и большинство выступивших только что ваших коллег? Алекс Радзянко, Амчам. Да, мне кажется, глобализация – это неизбежный факт нашей жизни, от нее не уйдем. Один факт, что мы сейчас пользуемся системой Zoom, которая глобальная система, об этом свидетельство. Сегодня утром как раз я подписывал письмо в адрес, не помню, какого чиновника, но вопрос был вокруг того, что новое постановление рассматривается о том, чтобы запрещать закупку иностранного технического оборудования для связи в критических областях. И мне, я подписывал
письмо, которое говорит, давайте подумаем немножко об этом, пока они им прыгнули. И мне очень ярко как бы в голову встала картина из произведения Булгакова «Собачье сердце», где, значит, за завтраком профессор Преображенский говорит своему ассистенту, который жалуется на расстройство желудка, потому что он читал газеты советские. Профессор говорит, ну, не читайте советские газеты. Ответ был, ну, других нет. Он говорит, тогда вообще не читайте. То есть я, как бы вставив в эту ситуацию, не покупайте заграничное техническое оборудование. Ответ другого нет. Тогда вообще не покупайте. То есть, мне кажется, вот несколько такой тяни-толкай между требованиями безопасности и реальными жизни. То есть где-то золотая середина, ее надо будет находить. И эта золотая середина неизбежно приведет к тому, что глобализация будет. С другой стороны, я согласен с первым выступающим, с Алексеем, о том, что так же, как в финансах, нужен портфельный эффект. То есть зависеть от одного поставщика, упираясь на то, что отношения всегда будут хорошими там, а не тут, наверное, неправильно. Нужно иметь сбалансированные возможности, и тогда глобализация и жизнь будет более устойчивой. Ну вот, наверное, на этом остановлюсь. Я позволю задать себе вопрос тогда Алексу. Вопрос следующий. Российский экспорт и российская экономика во многом зависят от поставок в Китай. При этом все мы явились свидетелями того, что напряжение между США и Китаем за последнее время явно совершенно ситуация усугубилась, и во многом и рынки акций очень чутко реагируют на вот эту вот эскалацию между Америкой и Китаем. Вот вы, представляя Американскую торговую палату в России, как вы видите эту проблему и как вы видите выход из этой проблемы? Ну, я в первую очередь считаю, что конфликт есть. Вопрос конкуренции, глобальной конкуренции двух сверхдержав появился в мире, и он будет. Это было, то есть это фактически вышло на поверхность за последние годы. Но этот факт будет с нами, по-моему, и дальше нашей с вами карьеры и жизни. Но он будет, мне кажется, в силу необходимости его урегулируют. Взаимосвязь между Китаем и Соединенными Штатами очень глубокая, очень серьезная. И разорвать ее, я думаю, никакой возможности нет. Вопрос перестроить ее, урегулировать, восстановить какой-то другой баланс. В этом, по-моему, вся игра. Спасибо, Алекс. Я хотел предоставить слово господину Умецу Джетра. Господин Умецу, вам слово. Микрофон. Да, здравствуйте. Уважаемый и Антон, дорогие коллеги, и здравствуйте. Меня зовут Умец Тецуя. Я главой и московского представительства японской организации JETRO. Разрешите, пожалуйста, вкратце два слова рассказать, что такое JETRO. Это японская правительственная организация, целью которой является развитие экономического отношения между Японией и другими странами. JETRO организовал японский павильон на Иннопроме с 2017 года. Поэтому дополнительно хотел поблагодарить господина Траскина за оказанное российской стороны и содействие. Так, возвращаясь к вопросу господина Траскина, я полагаю, что COVID-19 изменит с точки зрения мировой экономики, включая пограничную торговлю, способ проведения встреч и переговоров, а также принятие решения о закупках или и создании и производства. Я взял несколько интервью у японских компаний, работающих в России. Я думаю, что это часть ответа к вопросу от соумодернизатора господина Акима. А что касается закупок или глобальной сети и поставок,
на пандемии, в данный момент ситуация у них не сильно изменилась, потому что из-за пандемии спроса, что позволит не изменить оперативно существующую систему. С другой стороны, у них есть ощущение, что им следует начать, даже если пока только начать думать о том, как перестроить цепь и поставок или изменить место поражения производства. Некоторые японские компании могут начать задумываться о переносе производства, о перестройке цепи поставок и транспортировки и продукции для их бизнеса в России. Каким образом российской стране следует реагировать на такое движение? Я хотел бы внести некоторые предложения для дальнейшего сотрудничества с японскими компаниями. Первое – это ускорить и улучшение делового климата для их привлечения или поддерживать и уже работающие в России компании и их российские партнеры в данной ситуации. Они должны быть и драйвером для восстановления российской промышленности и экономики. Второе. Показать японским и иностранным компаниям, насколько правительство Российской Федерации и региональные власти и помогает местным компаниям, особенно малым и средним предприятиям. Японские компании, располагающие в России, это такие же компании, то есть малые и средние предприятия в основном. Японские компании будут воздушевлен и эффективностью и сраженностью работы вспомогательных мер. Это тоже будет фактором привлечения. Спасибо от меня все. Спасибо, Умэцу-сан. Я хотел предоставить слово Павлу Шинскому. Павел возглавляет франко-российскую торгово-промышленную палату, которая выступила в прошлом году инициатором создания павильона Франции в первый раз в России. Павел, мы очень ценим ту работу, которую вы и ваши коллеги делаете. А теперь ответ на вопрос, повторять не буду, вам слово. Антон, здравствуйте. Вот хотел сказать, что спасибо за добрые слова, это абсолютно взаимно. Надеемся, что Франция вскоре сможет выступить не только как активным участником Минопром, но как и почетным гостем, что удастся и члену правительства французского к вам привести. Вот. Я очень внимательно слушал то, что было сказано. Не уверен, что удастся там по регламенту дважды дать слово всем. Наверное, тогда возьму на себя возможность ответить сразу и на этот вопрос, и на второй, то бишь, что такое глобализация и как себя чувствуют французские компании в нынешних условиях. Я хотел сначала начать про старого анекдота про зайцев и ворону, потом, наверное, отказался от этого, ибо тактика и стратегия сейчас очень связаны. Мне очень сейчас, я не знаю, насколько Матиас и Алекс и остальные коллеги из российских иностранных бизнес-организаций со мной согласятся, есть какой-то момент, который все больше и больше меня волнует. До пандемии, когда мы, так же как и наши британские, немецкие, американские друзья, попадали в какой-то регион, ездили с делегацией потенциальных инвесторов, часто это такая грустная шутка была, но полушутя мы спрашивали губернатора, почему он никогда не приглашает за круглый стол тех операторов экономических, с которыми мы связываемся и от которых зависит на самом деле гораздо больше, чем агентство инвестиций или местный министр экономики, то есть прокуратура, ФСБ, МВД, иногда Российская Православная Церковь, те операторы, с которыми действительно ведется конструктивный диалог в течение десятилетия. Те проблемы, которые сейчас мы испытываем, находятся не на уровне разговоров о цепочках, о глобализации, ибо иностранные инвестиции – это не цифры и не потоки, это люди. И сейчас те письма, которые мы пишем, такое ощущение, что я
в старой доброй традиции превращаюсь в какую-то мадам де Севинье, специалистом по эпистолярному жанру, потому что мы пишем и пишем и пишем письма, кому только их не пишем. И сейчас о чем я пишу? О чем? Для того, чтобы те французы, которые сейчас должны кровь из носа попасть во Францию, там простой пример, сейчас развивается важнейший проект «Арктик-2», это часть большого проекта «Ямал-СНГ» между «Тоталем» и «Новотеком». Для того, чтобы финансировать этот проект, Гендер должен проводить переговоры с банкирами, решить вопрос финансирования. Но если он уедет из России, он вернуться не сможет, потому что он высокоспециализированный ВКС, у него нет вида на жительство. Поэтому мы сейчас пишем письма для того, чтобы позволить нашим гендерам уехать, провести те переговоры, которые сейчас необходимы, ибо Европа возвращается потихоньку к нормальной деловой жизни, и потом вернуться обратно. Это все зависит не от Бориса Титова, не от Шокина, не от Катырина, даже и не от Решетникова. Это зависит от МВД, от ФСБ, от тех органов, которые в нашей российской экономической жизни, я не буду сейчас затрагивать дело о Баре Восток, хотя мы об этом говорим постоянно, но очень многие аспекты нашей экономической жизни, каждодневной в России, связаны абсолютно не с экономическими операторами, а с силовыми ведомствами. Их представители, к сожалению, или не приглашены, или не очень сильно хотят участвовать в таких замечательных конференциях по Zoom, Teams, там, Skype и прочим. Поэтому, если будет возможность действительно в следующий раз сделать такую расширенную конференцию, где будут приглашены наши друзья с погонами и объяснять им, что инвестор не всегда враг, и что иностранная компания, которая локализировалась, повторю слова Матиаса, создала рабочие места, платит налоги, ну, не должна обязательно быть рассмотрена как агент, ну, слово агент сам за себя говорит. Вот. И я добавлю лишь о том, что и в Китае, и во Франции нет абсолютно никакой дискриминации между компаниями, если они действительно платят налоги, работают и создают рабочие места в данной стране. В России это еще не так. Вот. Мы все трудимся, я надеюсь, в это направление. Ну, может быть, когда-то мы будем услышаны, надеюсь, ну, не слишком поздно. А то, как и звучала повестка нашего выступления в РСПП неделю назад, нужны ли еще на сегодняшний день России иностранные инвесторы? Вопрос открыт. Спасибо, Антон. Павел, спасибо за комментарий. Не поверите, я вообще никого в ФСБ не знаю, даже младших чинов, поэтому вот эту просьбу точно не смогу выполнить. Вас знает, Антон, вас знает, будьте уверены. Хорошо. Мне интересно узнать мнение Михаила Юрьевича Макарова, уже, наверное, из Парижа, который общается и с русскими компаниями, которые сотрудничают с Францией, и с французскими компаниями. Михаил, ваше мнение и, может быть, если вы захотите, слова Павла Шинского прокомментировать. Михаил Макаров, русское торгпредство в Париже. Да. Добрый день, Антон Геннадьевич, дорогие друзья, очень рад всех приветствовать из Парижа. Я, если честно, немножко растерян, потому что изначально вопрос был про глобализацию и изоляцию, и мы как-то вышли на французские компании. Я просто действительно для сокращения времени, может быть, сразу и на то, и про компании, что называется, и про глобализацию. Значит, касаемо глобализации, я бы сказал, что в Европе сейчас мы наблюдаем даже не изоляцию, а в хорошем смысле слова национальный эгоизм, когда каждый сам за себя. Если мы посмотрим на экономически развитые страны в условиях трансформации наших производственных цепочек, что происходит? Происходит то, что они в первую очередь поддерживают их национальных чемпионов. О чем я говорю? Например, про Францию, если мы посмотрим, правительство уже выделило деньги на Рено 5 миллиардов, на Air France 7 миллиардов. Когда мы говорим про Airbus, то сейчас они пока говорят, что помогая Air France, мы автоматически помогаем Airbus. То есть позиция руководства развитых государств доказывает, что в дни кризиса каждая страна действует максимально прагматично с одной целью – это сохранить лучшие компании в отрасли, имеющие мировую конкурентоспособность. Никто никому не собирается уступать свою долю рынка, причем это делается без оглядки на соседей и каких бы то ни было конкурентов. Действительно, что произошло? Были закрыты границы, причем решения принимались не на уровне Евросоюза, как мы знаем, а на уровне отдельных государств. Безусловно, это затронуло несколько миллиардов людей, привело к разрушению производственных и торговых цепочек.
Например, во Франции хороший, в Париже хороший пример – это туризм, в котором полностью остановились такие звенья, как авиасообщение, отели, рестораны, бизнес, магазины. Но с другой стороны, опять-таки, мы видим, что рынок адаптируется. Бизнес начинает формировать устойчивые цепочки поставки внутри стран и все больше ориентируется на местный рынок и близость к конечному потребителю. Кстати, хороший пример – это Соединенные Штаты Америки, когда выяснили, что у них 40% антибиотиков производится в Китае, приняли решение восстановить полностью эту отрасль, просто с нуля заново ее восстановить. Опять-таки, может быть, с третьей стороны, мы понимаем, что разрыв кооперационных цепочек приведет к повышению издержек, и об этом очень важно говорить. Просто об этом, как правило, не говорится, любители изоляции. Мы все понимаем, что собственное производство чего бы то ни было в собственной стране, это все ведет к снижению экономической эффективности. И в этой связи, как ни странно, я думаю, в России на фоне относительно слабого рубля есть хорошая возможность заместить упадающие цепочки на международных рынках. Если посмотреть, что сейчас происходит опять-таки во Франции, мы видим, что уже сейчас новые ниши в таких традиционных областях франко-российского сотрудничества, как атомная промышленность, я конкретно имею в виду нишу ядерной медицины, на которой мы сейчас отдельно занимаемся, аэрокосмос, я конкретно имею в виду аддитивные технологии, или вообще новые кооперации, как кибербезопасность, искусственный интеллект или предиктивная аналитика, умные города, которые мы сейчас совместно с компанией Русофт тоже обсуждаем. То есть все это говорит о том, что, может быть, мы будем конкурировать даже не продуктами тяжелого машиностроения, тяжелой промышленности, а именно услугами, в первую очередь услугами, построенными на знаниях. Я вообще глубоко убежден, что за этим будущее, в том числе у России. Отдельно хотел сказать про медицину. Понятно, что у нас в Франции долгая медицина и фармакологическая отрасль. У нас долгое большое сотрудничество между Россией и Францией. И в этой сфере сейчас вот отдельное движение происходит, причем начиная от медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты до таких нишевых областей, как биотехнологии. Наверное, вот в целом так, кратко все, но опять-таки резюмирую, я хочу сказать, что, может быть, даже сейчас основная задача – это, безусловно, она есть не сырьевой, не энергетический экспорт, его поддержание. Я думаю, что, к сожалению, и сырьевой экспорт у нас сильно упадет в этом году и по объемам, и в связи с ценами. Но я бы вот обратил внимание и считаю, что есть отдельная большая, это даже не ниша, а большая отрасль – это наше технологическое сотрудничество. И нам тут есть чем друг друга удивить. Спасибо огромное. Спасибо, Михаил Юрьевич. Вовремя вспомнил, что мы здесь находимся в России. У нас наш главная, собственно говоря, тема сегодня – это подробно обсудить, как именно российские компании, экспортеры могут использовать новую реальность в свою пользу. У нас сегодня Дмитрий Прохоренко в студии. Он представляет РЭЦ в одной из самых динамично развивающихся стран, я бы сказал, ключевых для российского промышленного экспорта в Узбекистане. Дмитрий, что сейчас в ваших краях? Разрыв связи, контракты горят? Или наоборот, business as usual? Насколько я знаю, ковид не сильно затронул эту страну. А что касается российско-узбекских отношений? Дмитрий Прохоренко, глава центра РЭЦ в Ташкенте. Да, Антон, спасибо. Коллеги, приветствую всех. С точки зрения вообще, в принципе, глобализации и того, что происходит в Узбекистане, у нас с вами сейчас под вопросом наш совместный проект глобализации Иннопрома в Узбекистане. Мы все ждем того, что будет происходить сейчас с закрытием границ. Надеемся, что все-таки нам удастся провести это совместное предприятие в Ташкенте, которое мы планировали на ноябрь. В Узбекистане активность достаточно большая, она не упала, наверное, даже возросла. И как коллеги предыдущие сказали, появилась возможность встраиваться в те цепочки, в которые, возможно, раньше не было нам входа. Мы совместно с Минпромторгом России в прошлом году запустили проект по созданию группы поддержки экспорта и на базе торговых представительств создали группы поддержки, которые занимаются отслеживанием, сейчас в частности, тенденций рынков и держат руку на пульсе для того, чтобы оперативно реагировать на потребности иностранных покупателей.
Мы переориентировали свое направление с поиска иностранных покупателей для российских поставщиков в сторону поиска российских поставщиков по запросу иностранного покупателя. В период пандемии за 3 месяца, март, апрель и май, мы отработали порядка 200 запросов и по результатам уже подписали контрактов на суммы больше 41 миллиона долларов. И это не только какие-то там стандартные наши продукты, как металл, лес, продукты питания. У нас есть очень интересный кейс, заключенный контракт на сумму 100 миллионов рублей по поставку неваляшек во Вьетнам, что само по себе очень интересно. Неваляшек игрушек, в смысле? Да, наши российские неваляшки в следующем году будут поставляться во Вьетнам. И этот проект был подписан в период пандемии, что совсем не свойственным продуктом является. Это высокотехнологичный экспорт. Конечно, это еще очень добрый экспорт с точки зрения того, что нас до сих пор помнят, наше постсоветское пространство и игрушки, которые были популярны на нашем. В нашу юность еще до сих пор популярная. Во Вьетнаме, наверное, даже больше, чем у нас. И вот выявлением таких ниш в этот период занимаются наши представители совместно с представителями Минпромторга, торгпредств за рубежом. Это очень хорошее взаимоотношение. Но, кроме того, мы совместно с Восточным комитетом германской экономики, Федеральным союзом материально-технического снабжения закупок и логистики Германии, российским германским внешней палатой в 2019 году подписали соглашение по развитию как раз поставок российских комплектующих и товаров в Германию. Сейчас совместно развиваем этот продукт. Мы внедряем у нас новые продукты в линейку РЭЦ. В частности, как раз мы разрабатываем сейчас продукт по встраиванию в цепочку, где мы будем оказывать нашим российским экспортерам поддержку с точки зрения прохождения всех сертификаций, адаптаций к потребностям иностранных покупателей, таких гигантов, как в частности и Boeing, для того, чтобы встраивать их продукцию в цепочки. Мы запускаем продукт по выходу на полку, где поможем нашим российским экспортерам выходить в супермаркеты. Ну, это глобальная работа, которую мы ведем. Спасибо огромное. Спасибо, Дмитрий. Михаил Дарч. Вам слово. Я хотел задать вопрос здесь, может быть, Дмитрию, может быть, этот вопрос, может быть, более широко обращен к Никите Гусакову. Вопрос связан вот с чем. Безусловно, роль российского экспортного центра очень велика. И здесь очень важно найти правильную позицию российской промышленности в глобальных производственных цепочках. Но несколько лет назад Высшая школа экономики сделала очень интересное исследование относительно того, что определяет потенциал высокотехнологического экспорта, и оказалось, что это высокотехнологический импорт комплектующих, потому что без лучших мировых комплектующих не создать тот продукт, который будет высоко конкурентоспособен на мировом рынке. Мы от Ассоциации европейского бизнеса на протяжении многих лет боролись против всех барьеров, связанных с поставкой импортных комплектующих, которые критичны для развития высокотехнологического производства и экспорта из России. В свете этого я как раз хотел задать Никите и Дмитрию вопрос относительно позиции именно РЭЦ, потому что нужна ваша поддержка для того, чтобы обеспечить бесперебойную, безбарьерную поставку высокотехнологичных комплектующих для того, чтобы создавать. И в связи с этим еще я хотел задать вопрос относительно оптимизации доли локального контента в добавленной российской стоимости в экспортном продукте. Поскольку очень во многом, когда мы говорим про экспорт, мы говорим про зерно, говорим про материалы, про минералы, про нефть и газ. Но на самом деле
происходит определенный разрыв. Понятно, что если сырье экспортируется, то это 100% российского контента, так или иначе. Если экспортируются готовые товары, как был пример, допустим, автомобиль Renault экспортируется, или автомобиль Volkswagen, это в основном российская сборка. Как вы видите развитие и ваше участие именно в создании высокотехнологичного российского товара на экспорт? Михаил, спасибо большое за вопрос. Я, наверное, со второго начну. У нас, на самом деле, как у российского экспортного центра, политика по российскому контенту гибкая. Мы здесь ориентируемся на Берский союз с точки зрения экспортного агентства. Если мы говорим про финансовую поддержку, мы не ограничиваем жестко уровень российского контента, особенно если это товар, произведенный на территории Российской Федерации. Другие меры поддержки, безусловно, требуют определенной локализации. Здесь, наверное, даже больше вопрос не ко мне, а к Алексею Владимировичу, потому что это политика государственная, и здесь главным является Минпромторг, а не мы. Но в той части, которая не касается, допустим, субсидиарной поддержки, а касается финансовой поддержки, мы очень-очень гибкие. Я приводил примеры и того же Samsung, у нас есть примеры и в других секторах, там, например, Whirlpool. Они локализованы, мы не проверяем, сколько, какой процент локализации у них в России, они в любом случае могут пользоваться такой же поддержкой, как и пользуются российские компании. С точки зрения комплектующих, ну, опять же, наверное, вопрос там более корректно адресовать Алексею Владимировичу. Мы в свое время, как в рамках проектных мастерских, которые мы организовывали два года назад, очень активно это обсуждали, даже разработали, на мой взгляд, очень хорошую программу вместе с Минпромторгом по экспортным баллам. Как раз для того, чтобы стимулировать экспорт товаров, готовых из России, давая льготы фактически за счет экспортных баллов на комплектующие. Она у нас в резерве есть, поэтому если будет поддержана правительством, мы готовы ее достать и имплементировать. Спасибо, Никита. Я хотел бы адресовать вопрос Наталье Галудиной, Сбербанк России. Наташа, расскажите с позиции банкира, что сейчас происходит в области внешнеэкономической деятельности для российских компаний. Насколько новая реальность – это кризис неплатежей, разрыв хозяйственных связей? И означает ли эта реальность, что нужны какие-то новые бизнес-модели для внешнеэкономической деятельности? Наталья Галудина, Сбербанк России. Добрый день, коллеги. Спасибо за предоставленную возможность поучаствовать в столь значимом мероприятии. И, как сказал Антон, мы действительно видим, что называется, клиента и его ситуацию со своей стороны. Ну, ни для кого не секрет, что у Сбербанка самая большая клиентская база в России, и это релевантно и для клиентов россиян, ведущих внешнеэкономическую деятельность. И, собственно, благодаря нашему многоканальному общению с клиентами, которое сильно возросло в условиях пандемии, мы видим не только финансовую часть, но и видим те тренды, которые есть у клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. И, собственно, первые недели карантина, они показали, собственно, ну, скажем так, понятное волнение и увеличение активности. Было очень много вопросов, активность имеется в виду коммуникационной, было очень много вопросов, какие границы, что закрывается, что не закрывается, будет ли возможно нарушение законодательства, если не вовремя придут расчеты, документы. И вот этот вот всплеск коммуникационной активности, он резко упал практически на треть, даже больше, на 35% в конце марта, на последних неделях марта, и продержался на сниженном уровне весь апрель и первую неделю мая. А сейчас этот коммуникационный слой клиентов с нами, он восстановился. Безусловно, как бы мы видим, что
восстановился он не только из текущей ситуации необходимости обслуживания текущих контрактов, но и из-за необходимости поиска нового бизнеса, собственно. И что очень интересно, финансовая сторона, потоки финансовые ведут себя иначе. До конца апреля мы не видели расхождения оборотов этого года, четырех месяцев этого года с прошлым годом по нашим клиентам. Это было удивительно. Вот. Но уже май показал отрицательную динамику, и то, о чем говорили сегодня коллеги, мы, наши клиенты, собственно, это все ощутили. Слава богу, что это сильно меньше, это от 6 до 8%, и к сожалению, сейчас идет нарастание. Понятно, что первоначальная задержка, то есть коммуникационное снижение активности было чуть раньше, чем финансовое снижение, потому что были и товарные запасы, и были грузы в пути, собственно, которые переходили границу, и была оплата по ним. Но вот те тренды, которые мы выделили из общения, я хотела бы вам их кратко рассказать, их три. И первый из них классический, он, собственно, присущ нам всем в каких-то ситуациях неопределенности, это волна оптимизации расходов. Какие расходы у компаний, собственно, ну, самые большие, это обычно фонд оплаты труда, это налоги, это аренда. И очень интересный кейс вологодского экспортера. Он такой классический экспортер, он не только экспортер, но и импортер, потому что оборудование для изготовления, безусловно, и запчасти для оборудования он импортирует. Хороший, устойчивый клиент, 20 лет, собственно, занимается внешнеэкономической деятельностью, и у него нарушились цепочки. Собственно, составляющие он закупал, соответственно, в Азии, а поставлял на рынки Европы готовую мебельную продукцию. И так как цепочки порвались, увеличились сроки оплаты и сроки поставки, то, что раньше он мог делать, скажем так, не напряженно, возвращать, например, в оборот бизнес НДС как экспортера, это право экспортера и возможность экспортера, то сейчас 3 месяца выглядит невозможным, и хорошо, что, собственно, мы успели подготовить инструменты и вместе с Федеральной налоговой службой запустили экспресс-возврат налогов за 7 рабочих дней, и это помогает вот эти отстрочки минимизировать. И несмотря на то, что банковские расходы не вошли в основные расходы, наверное, никогда не войдут в основные расходы бизнеса, мы и здесь идем, собственно, в помощь клиенту и хотим зафиксировать и снизить его расходы, предлагая льготные тарифные планы для того, чтобы это ни в коем случае не оттягивало внимание и все внимание оставалось на бизнес. Второй тренд, о котором бы хотела рассказать, это новые модели, которые, собственно, привели к скачку цифровизации и необходимости выхода на новые рынки. Ну, как бы, я думаю, что ни для кого не секрет, что кризис сильно нового ничего не создал, потому что даже Zoom, он был до кризиса. Вот. Но кризис усилил вот это вот течение времени, то, что обычным эволюционным путем пришло бы через год-полтора. Сейчас, если ты не умеешь пользоваться Zoom, ну, все, ты отрезан от всего, потому что личных встреч вот еще там 2 недели назад их практически не было. Вот. И, собственно, тренд этот обнажил большие потребности компаний в квалифицированных сотрудниках, в сотрудниках, которые могут не только использовать цифровые инструменты, но и могут вывести компанию на цифровые площадки, которые знают о digital marketing. Да, Антон, вижу, спасибо. Вот. И, собственно, эти инструменты мы даем с проверенными партнерами. И буквально еще один тренд, который я хотела бы рассказать, это тренд об изменяющихся новых встречах, новых контрактах. И мы видим как бы не только сейчас снижение коммуникационной коммуникации и уменьшение финансовых потоков, но дело-то в том, что все это время не проходили новые бизнес-встречи, не проходили выставки, ярмарки и не заключались новые контракты. И очень важно сейчас быстро переключиться на онлайн-бизнес-миссии, на онлайн-встречи и возместить вот это вот знакомство и новые цепочки, и организовать их, и
хочу рассказать, мы начали делать вместе с партнерами онлайн-бизнес-листья и заключать новые контракты, и надеюсь, что этот тренд останется и после окончания пандемии, потому что это значительно быстрее и, безусловно, намного выгоднее. Благодарю. Наталья, большое спасибо. Михаил Дардович? Можно краткий вопрос, Наталья? С одной стороны, процентные ставки снижаются, с другой стороны, риски выросли. Вот при этом увеличилась ли доступность денег и увеличилась ли стоимость денег или уменьшилась для оборотки и для инвестиционных контрактов? Спасибо за вопрос. Знаете, я, наверное, сейчас скажу, что вот большого изменения в доступности средств, ее сейчас вот, ее еще нет. Финансовая цепочка, она немножечко более растянута во времени. То есть она изменится чуть позже. Вот помните, как я говорила в своей части выступления о том, что мы понимаем, что что-то меняется, но на наших расчетах и контактах это отражается с замедлением. Вот, я, вот сейчас это не изменилось, но я с вами согласна, что наверняка это изменение будет иметь место. По поводу инвестиционных контрактов, понятно, что вот в это время больше реализовывались те контракты, о которых начали разговоры, обсуждения, структурирование еще до вот этой всей ситуации. В моменте этой ситуации каких-то прям мега-мега больших, потому что они не начались и, собственно, профинансировались, их просто не случилось. Финансирование всегда это чуть-чуть длиннее путь. Поэтому вот в данном случае я, к сожалению, вам цифрами не отвечу. Спасибо, Наталья. Я хотел обратиться к главам палат. Да, Матиас, сейчас у меня именно для вас тоже есть вопрос. Павел Шинский уже начал тему о новых проблемах, с которыми иностранные компании столкнулись в связи с кризисом. Поэтому у нас есть такой блок по новым проблемам иностранных компаний в России, а мне особенно интересно узнать, а есть ли среди ваших членов компании, которые не только потеряли деньги или контракты или клиентов, а наоборот стали бенефициарами этого кризиса. Если такие компании есть, то хотел бы узнать эти светлые, оптимистичные примеры. Матиас, вас попрошу первым, Алекс, потом. Матиас? Действительно, это очень хорошая новость. Многие компании хорошо справятся. Мы, те, которые как выиграли в кризисе, действительно, все компании, которые связаны с e-commerce, LaModa, который очень большой и всем известный игрок, они на 50-60% увеличивали оборот, и все логистические наши компании, как Kühne+Nagel, Rhenus, где мы работаем вместе с Минпромторгом на зеленый коридор, Kühne+Nagel, DB Schenker, им все неплохо. Ритейлерский бизнес, те, которым разрешили обеспечивать там еду и все, скажем, наши компании Globus, там Selgros, Metro, там тоже проблем нет. Проблемы у тех средний малобизнес, где, на наш взгляд, слишком много ограничивали действия. Я считаю так, менеджер вполне способен, менеджер завода, офиса и магазина вполне способен реализовать те рамки, которые государство должно делать. Но он это делает лучше, я извиняюсь, чем чиновник. Он может обеспечивать, что 2 метра расстояния. Он может обеспечивать огромное количество клиентов в своем магазине. И мне кажется, и я не только критикую там, скажем, власть России или власть Москвы, я критикую тоже власть в Германии. Давайте, доверяйте бизнес, что мы это можем имплементировать хорошо. Мы это же делаем с утра до вечера на наших заводах и офисах. Давайте мы возьмем это от ваших
плечах. Меня радует, что мы постепенно к этому дойдем, что мы открыли автосалоны в многих регионах России. Завод Volkswagen тоже начал уже работать. Я думаю, с правильной мерой контроля и рамка от государства и много ответственности от бизнеса мы можем быстрее двигаться, потому что вирус, он и есть, и он будет, и вирусы и были, и давайте с этим жить, работать, любить и развивать бизнес и общество, и государство. Спасибо, Матиас. Алекс, проблемы и бенефициары среди американских компаний. Да. Ну, начнем с бенефициаров. Это здравоохранение, фарма, приборы медицинские, естественно, весь цифровой мир. Google, Microsoft, Zoom. Кто-то отметил, что капитализация Zoom теперь больше, чем капитализация 5 крупнейших авиаперевозчиков в Соединенных Штатах. И это случилось буквально вот за эти... 7 мировых, Алекс, включая Люфтганзу и Air France KLM. Капитализация Zoom'а больше, чем United, Delta, Southwest, KLM и Air France, и British Airways. Все вместе взятые. Ну вот, так мы теперь и проигравших, и выигравших назвали. Что касается вот замечаний Матиаса, я с ним согласен. Сам процесс ограничений, который был наложен на малый бизнес и на сферу услуг, на гостиничный, на транспортный, он, возможно, приведет или уже привел к большему вреду, чем пользы от того, что люди сидели на месте. Мне кажется, что даже беспорядки, которые мы видим в Соединенных Штатах, и теперь еще и в Париже, и в других городах, в Берлине, они как бы под ними фактор ограничений движению и деятельности, он тоже сыграл немалую роль. Огромное количество безработных, особенно среди молодежи, который 3 месяца назад никогда лучше себя не чувствовал, вдруг никогда хуже себя не чувствовал. И этот фактор очень сильно, мне кажется, повредил. Так что вот пару выигравших и очень много проигравших. Спасибо, Алекс. Павел, хотите добавить про победителей и проигравших? Я хочу всех вас обрадовать. У французов есть сегмент, который просто купается в деньгах с момента начала пандемии. Это дистрибьюция алкоголя и производство. Мэтт Хеннесси, Пернод Рикар, просто никогда таких солнечных дней в жизни не было, поэтому это не шутка. А для того, чтобы вернуться к вопросу глобализации, недавно мы общались с гендиром Air France в Москве, он сказал, что капитализация Zoom обогнала и превысила капитализацию многих авиакомпаний сейчас, так что вот вам такой неожиданный эффект. Да, Павел, сейчас как раз Алекс и Сергей Владимирович об этом говорили. Я даже хотел Сергея Владимировича спросить, в той или он отрасли работает, если так дальше пойдет. Спасибо. А проигравших среди французских компаний? Антон, я хотел сказать, да. Значит, выигравших. Мне кажется, все-таки все логистические компании, особенно современные, работающие с современными IT-технологиями, они, безусловно, находятся сейчас в очень хорошем положении. Мы видим абсолютное беспрецедентное падение спроса на широкофюзеляжные и узкофюзеляжные самолеты и огромный взрыв спроса на грузовые самолеты. Вот Boeing традиционно является лидером по производству грузовых самолетов. У нас эта линейка сейчас распродана как никогда. А Волга-Днепр, я говорил вот про это, уникальная российская международная корпорация, она просто сейчас реально очень удивляет. То есть они летают на смешанном флоте, у них Антонов 124 советского производства, Илюшин 76, 17, в общем, советско-российских самолетов. И 32 самолета Боинга, и они распроданы на 2 года вперед. И уже напрямую с ними работают такие гиганты, как Amazon и Alibaba. Раньше они никогда не работали напрямую с хай-тековскими производителями, всегда работали через посредников.
сейчас востребованность огромная. И мне кажется, что это вот хороший очень пример того, что глобализация выигрывает, потому что когда люди не могут летать, тем более важно, чтобы летали товары, и при электронной коммерции мы ожидаем, что Китай сможет доставить в Европу, несмотря на пандемию, товары в течение 36 часов. И если они не летают сейчас в багажных отсеках гражданских пассажирских самолетов, то они летают на грузовых самолетах или летают в пассажирских отсеках гражданских самолетов. Все ведущие авиакомпании мира переоснащают сейчас пассажирские авиалайнеры и летают как грузовики. Аэрофлот сегодня делает несколько рейсов в Шанхай и в Пекин на Boeing 777 и 300ER пассажирских самолетах, переводят маски и гуманитарные группы. Спасибо, Сергей Владимирович. Павел, мне кажется, мы вас перебили. Михаил Дарович, извините, мы Павла перебили, по-моему, когда он говорил. Нет. Хорошо, Михаил Дарович. Хорошо, просто в связи с тем, что Сергей Кравченко говорил, я хотел его спросить следующее. Второй раз уже вы приводите пример именно вот этих вот авиационных грузовых перевозок. С одной стороны, понятно, что это повышает стоимость логистики, и это ложится большим бременем на общую стоимость глобальной цепочки поставок. С другой стороны, вот когда вы об этом говорите, вы говорите, это про кратковременный тренд или долговременный? Потому что сейчас мы находимся в состоянии форс-мажора, по сути дела, после того, как все было заморожено. И сейчас компании просто пытаются всеми средствами и не считая денег выйти как бы на нормальное состояние. Вот как Михаил, мне кажется, Михаил, это отличный вопрос. Я на эту тему очень много думаю. Конечно, безусловно, логистика – катастрофа. Сегодня у нас мировая катастрофа имеет место быть сейчас. Но мне кажется, что тренд на самом деле значительно более глубокий. Почему? Потому что когда люди не имеют возможности сходить в магазин, у них есть все равно желание жить своей нормальной жизнью. И пока у них будут деньги, большой вопрос, конечно, что будет с мировой экономикой. Если мировая экономика опустится в рецессию, просто, может быть, денег не будет для того, чтобы делать покупки. Но если предположить, что, например, все-таки экономика достаточно быстро отыграет, вот эта вот логистика авиационная, она будет только расти, потому что люди будут желать, даже если они будут бояться летать сами, иметь товары и услуги, которые объединяли бы их в одну большую международную экосистему. И поэтому они будут платить за скорость и будут платить за качество доставки. И мне кажется, это огромное преимущество России, потому что мы все-таки живем в стране, которая имеет огромный ресурс, свою территорию. Мы являемся мостом между Америками и Юго-Восточной Азией, я говорю про полярные маршруты, мы являемся мостом между Китаем и Европой. И нам нужно правильно встраиваться в эту систему международной логистики, и вот Волга-Днепр или, например, РЖД, они, в общем-то, достаточно инновационные компании, и они будут зарабатывать деньги после пандемии, именно потому что люди будут хотеть получать продукты, товары и услуги значительно быстрее. Ну и компаниям это будет тоже нужно. Спасибо, Сергей Владимирович. Умед Сусан, у вас была своя точка зрения. Очень кратко, пожалуйста. Да, хочу прокомментировать о ощущении японских компаний. Бенефициоры практически нет. Их ощущения упали до уровня 2099 года. Так вот, очень плохое ощущение. Самая серьезная проблема, это, как коллеги сказали, это потеря рынка. Японские компании уже вносят свой вклад в улучшение российской производственной системы, предоставляя свои технологии и товары. Это будет продолжаться, если рынок сможет оживать. Спасибо. Спасибо, Умед Сусан. Михаил Юрьевич, у вас был какой-то комментарий, вы руку поднимали. Да, спасибо большое. Я просто быстрый комментарий по поводу компании Джефко, которая это французский логистический оператор. Просто хотел подтвердить, что у него сейчас дела более чем прекрасные. Я напомню, 75% РЖД когда-то приобрел у компании Peugeot Citroën. Просто подтвердить, что действительно этот
это очень хороший бизнес. Спасибо. Спасибо, Михаил Юрьевич. Алексей Владимирович, да, не только по этому пункту. Я думаю, вы сегодня очень много услышали интересных, надеюсь, для вас комментариев от коллег. Вы с ними практически со всеми регулярно встречаетесь. Но хотел бы вас попросить прокомментировать и, возможно, поспорить с кем-то. Алексей Груздев, Минпромторг России. Спасибо, Антон. Я, собственно, поэтому и взял слово. Я терпеливо и внимательно слушал и соблюдал установленный вами регламент, поэтому ждал возможности выступить. Я пометил все вопросы, я постараюсь их кратко отреагировать, но хотел бы в первую очередь вернуться к тому, что говорил Михаил, ту тему, которую он задал, с точки зрения кратковременности или долгосрочности тренда. Мне кажется, это, кажется, имеет прямое отношение к теме нашего сегодняшнего разговора. И что произошло в период вот этих кризисных, экономических и санитарно-эпидемиологических событий. Началась гонка раскачивания производства недостающей номенклатуры продукции. Одновременно ряд секторов закрывался. И в этом смысле, на мой взгляд, как опытный специалист отрасли, конечно, правильно и красиво описал перспективу логистической отрасли, я все-таки склонен считать, что это все-таки кратковременный или среднесрочный тренд, но не долгосрочный. Имея в виду, что экономике не только России предстоит еще долго восстанавливаться после удара пандемии и населению в том числе. Поэтому вопрос платежеспособности, вопрос формирования привычек или изменения привычек и выстраивания приоритетов, скорость и качество доставки, либо стоимость конечной продукции будет играть еще долго достаточно важный фактор. Вторая часть промышленная. Я убежден, что через какой-то период времени, наблюдая за теми решениями, которые принимаются в отдельных странах, даже на примере с средствами индивидуальной защиты, антисептики, маски, респираторы, мы через какое-то время получим ситуацию перепроизводства избыточных производственных мощностей, которые были в свое время и в металлургии, в алюминиевой промышленности. И тут, опять же, будет вопрос определенной конкуренции, как люди, как предприниматели будут правильно оценивать потенциал того или иного рынка, куда переносить, в том числе, производственные мощности, которые были мобилизованы на период пандемии, с тем, чтобы как-то оптимизировать экономическую модель. Это что касается, опять же, темы глобализации и регионализации или закрытия. И в этом смысле, опять же, тема закрытия, она проигрышна, потому что, пытаясь все воспроизвести самостоятельно, мы попадаем в этот капкан потом решение, как перепрофилировать ту или иную производство. Но это в то же время повышает твою технологическую компетенцию, да, и возможность адаптироваться к новым вызовам и угрозам. Что касается звучавшей сегодня и ранее темы по режиму въезда-выезда, я думаю, силовые ведомства не нуждаются в моей поддержке или защите, но я хотел бы все-таки правильно расставить акценты, ведь речь идет не о решениях или инициативе силовых ведомств, речь идет о решениях правительства, вызванных конкретной идеологической ситуацией. И режим устанавливается не в отношении инвестора или в отношении компании, а в отношении физических лиц и ограничивает права в передвижении как российских граждан, так и граждан иностранных. Имея в виду, если вы упомянули, в том числе выезд из России, граница закрыта, и здесь, собственно, это она закрыта и для всех, в том числе и для нас. Другое дело, что вы правы, да, вы писали письма, но письма, наверное, и есть тот формат, когда можно доносить какие-то предложения и там, где возможно, принимать особые решения по понятным совершенно принципам. И одним из примеров вот этого вот адаптации возможных решений без нанесения ущерба тем мерам противодействия, которые предпринимаются, это было решение по допуску специалистов, иностранных специалистов, высококвалифицированных для осуществление пуска наладки и технического обслуживания тех промышленных объектов, которые вводились и вводятся сейчас в рамках, в том числе, инвестиционного и технологического сотрудничества. Как и любой механизм, наверное, он на первом этапе внедрения имеет определенные шероховатости, но я вам точно могу совершенно сказать, что он работает. И более того, и наше министерство плотно взаимодействует и с силовыми структурами, которые выполняют определенную часть своей работы. Но задержек именно на том конце я не наблюдаю.
Что касается представителей руководителей компании, то по моей информации этот вопрос тоже находит свое решение, в том числе в отношении руководителей офисов или дочерних компаний в рамках оперативного штаба правительства. Поэтому здесь, наверное, все-таки надо быть более объективным. И еще раз повторить мое мнение. Ни в коем случае не хочу выглядеть человеком, не поощряющим инвестиции, но в стрессовых или в кризисных ситуациях понятие инвестора не дает, наверное, права или статус инвестора, да, практиковать на особый режим. Другое дело, что этот режим должен быть понятным и прозрачным. И еще, наверное, о последствиях. Важный очень момент, он сегодня звучал, бенефициары, проигравшие, наверное, в каждой стране по-разному, помимо очевидных, да, отраслей, как плюс и минус. Понятно, что те, кто занимались, это легкая промышленность, текстильная промышленность, медицинская промышленность, фарма, по умолчанию, по общему правилу являются бенефициарами и, понятно, проигравшие. Хотя, опять же, сегодня звучала тема интернет-торговли на фоне общего падения и ущерба сегменту торговли, наверное, этот сегмент он получил конкурентное преимущество. Но, наверное, базовый тренд, который мы будем приходить в перспективе, об этом много, наверное, говорится, я не открою здесь Америку, это все-таки изменение промышленного уклада в том числе. Потому что мы понимаем, что, наверное, и эффект ограничения был бы иной, если бы была более высокая степень роботизации промышленного производства, цифровизации то же самое. И сегодня мы и наше с вами общение, собственно, пример, опять же, изменившейся ментальности и подхода, да, перевод деловых конференций в онлайн, это да, уже веяние времени, я думаю, что даже с исключением уже и уходом пандемии мы этот метод и эту форму общения будем и дальше развивать, она действительно стирает границы, но позволяет не терять во многом качество диалога и качество спикеров, если хотите. Поэтому, наверное, в целом этот тренд, он действительно будет развиваться и в том числе адаптировать модель, бизнес-модель очень многих и промышленных предприятий в том числе. Спасибо. Спасибо, Алексей Владимирович. Михаил, да. Извините, одну секунду, да, потом, да, воспользуюсь все-таки тем, что начал в начале, потом держал паузу. Михаил еще, по-моему, задавал тему по поводу добавленной стоимости в экспорте российской продукции и критических комплектующих. Да, это было бы, наверное, неправильно не отреагировать. Все-таки я бы хотел тоже здесь правильно расставить акцент. Что и касается экспорта, очевидно, в этом и смысл международной кооперации, глобализации, да, наверное, сложно найти стопроцентный продукт, который произведен в одной стране. И тут вопрос даже не столько, откуда это происходит, это и принцип международной кооперации. Поэтому вот, в качестве примера автомобильной промышленности, да, до 50% в отдельных автомобилях импортные комплектующие. И при этом все равно продукт он является российским, если производится в России и продвигается, да, из России. И в этом определенный, опять же, смысл и принцип конкурентоспособности, правильности организации выбора комплектующих и организации производства. По комплектующим импортным, на мой взгляд, и политика, которая проводится отраслевыми ведомствами на уровне правительства, есть масса подтверждений тому, что как раз есть благоприятные режимы, устанавливаются для импорта тех комплектующих, на основе которых будет производиться готовая продукция. Мы чаще не склонны либерализовать меры по импорту продукции для готовой продукции, поощряя как раз дополнительную организацию производства на своей территории. Это, по-моему, вполне понятная стратегия и поведение для любого правительства, заинтересованного в развитии национальной экономики. Примеров таких много. Если же вы имели в виду госзакупки, но госзакупки каждая страна, это всегда чувствительная тема, регулирует соответствующим законодательством. Есть международное законодательство для тех стран, кто присоединился к соглашению госзакупки ВТО. Тем не менее, базовый принцип, он тоже понятен. Ограничения там, где они вводятся при условии отсутствия, при условии наличия аналогов, конкурентоспособных аналогов. Если же речь идет, как вы сказали, о критических технологиях, об уникальной продукции, то, собственно, здесь и ограничений таких нет. Ну и опять же, сектор госзакупок, мы должны правильно понимать, это далеко не весь рынок. Он очень привлекательный для любого крупного поставщика, но тем не менее есть и совершенно другой сегмент, это промышленность, потребитель, это целый ряд других отраслей.
Поэтому здесь сложно говорить о каких-то неконкретных действиях. Спасибо, вот Алексей Владимирович. Спасибо, Алексей Владимирович. Михаил Эдуардович, не все, что запланировали, успели обсудить. В частности, углеводородный след не успели затронуть, но я хотел бы проанонсировать, у нас в ближайшие недели пройдет специальная сессия Инопром онлайн, которая целиком будет посвящена Парижским соглашениям и тем последствиям, которые они имеют на промышленность в России. У нас будет интересный состав государственных и корпоративных спикеров. Михаил Дарович, если есть еще несколько слов для заключения на 1-2 минуты, то прошу вас это сделать. Большое спасибо, большая честь модерировать эту сессию. Невероятно интересно, как всегда с вами, Антон. Хотел просто, наверное, подвести какие-то некоторые итоги. Понравились несколько забавные высказывания, что инвестор не всегда враг, но это действительно позиция, которую мы должны отстаивать. Вот и Ассоциация европейского бизнеса, и все другие палаты, безусловно, за это всегда будут. И это необходимо с точки зрения поддержки компании с иностранным участием, потому что вот это вот ограничение 50% собственности, это, безусловно, очень сложная позиция для развития, дальнейшего развития промышленной базы иностранных компаний здесь. Безусловно, очень важный тезис по необходимости улучшения взаимодействия с органами, включая силовые органы. Это действительно будет влиять на инвестиционный климат. И хотел я еще сделать такой вброс. Все говорили за глобализацию, но мне кажется, это не все так однозначно, потому что есть поборники глобализации, есть поборники изоляции. Есть прекрасный пример компании Tesla. И если мы говорим, мы говорили до этого про SpaceX, мы говорили про капитализацию, Tesla одна из наиболее капитализированных, высококапитализированных компаний за последние годы, которая превзошла все автомобильные производители. Два раза дороже, чем Boeing. Да. Два раза дороже, чем Boeing. И дороже, чем автомобильные производители другие. Одна из ключевых позиций компании Tesla – производство in-house. Максимально все, что возможно, они перенесли in-house, а сейчас рассматривают даже покупку горнодобывающих предприятий, чтобы обеспечить свой supply chain с точки зрения лития и других материалов. Вот это вот другой случай, это другой экстрим. Но мне кажется, что сегодня мы подняли чрезвычайно интересную и важную тему, которую мы должны продолжать обсуждать. Огромное вам спасибо, Антон, огромное спасибо всем остальным спикерам. Я хочу предложить провести более детальный анализ, чтобы более детально рассмотреть хорошие и плохие кейсы, чтобы более детально рассмотреть случай Китай-США, чтобы более детально рассмотреть случай между Россией и Евросоюзом. Я думаю, что у нас может быть возможность провести такое алаверды. Будем рады, если на площадке Ассоциации европейского бизнеса, на площадке Инопрома, где угодно, среди дорогих партнеров. Спасибо. Спасибо, Михаил Эдуардович. Уважаемые участники, от всего сердца разрешите поблагодарить вас за ваше время и ваши мысли. Я надеюсь, это было полезно для наших зрителей. Пожелать здоровья вам и всем вашим близким. И до новых встреч в промышленной среде каждую среду на Инопром онлайн. Спасибо вам большое. Всего доброго.